Надо все время уступать, потому что тот, кто уступает, тот сильнее. И идеальный вариант, когда это взаимно, когда оба уступают друг другу. Но даже если один не уступает, то другой, кто хочет сохранить семью, должен уступать, и все. Поверьте мне, нет совершенно ничего принципиального в том, кто что сказал и кто будет делать там то или иное действие в семейном быту. Речь-то идет не о том, что нужно сделать сейчас, а о том, как прожить жизнь. Поэтому надо уступать. Это главный рецепт. В общем, я женился один раз, живу уже там долго.